С вами радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ на территории всего Крымского полуострова и даже далеко за его пределами. В FM-диапазоне на севере Крыма наш сигнал можно найти на отметке 105.9 FM. Кроме того, в любой точке земного шара, если у вас есть доступ к сети интернет, вы можете зайти на сайт «Крым Реалии», где найдете сигнал нашего прямого эфира. Прямую трансляцию в видеоформате мы также ведем на нашем канале в YouTube. Присоединяйтесь, комментируйте происходящее. Итак, мы сегодня поговорим о детской литературе. О детской литературе, об украинских писателях, которые пишут для детей о Крыме. О чем эти книги? Что хотят донести детские писатели детям и как нужно с детьми говорить о том, что сейчас происходит с Крымом? Все это мы попробуем обсудить в нашей программе. Тема дня. Итак, довольно большое количество детских книг, в которых так или иначе затрагивается тема Крыма, либо действие разворачивается по сюжету на Крымском полуострове. Довольно много таких книг появилось на книжных прилавках украинских магазинов книжных. И одна из таких книг называется «Крадей с погодев». Это детская сказка о борьбе смелых детей с таинственным крымским пожирателем воспоминаний ради возвращения друзей, их воспоминаний и родной земли. Мы поговорим сейчас с автором этой книги, украинским писателем Владимиром Никитенко. Владимир Никитенко с нами на связи. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о вашей книге. Как родилась идея написания книги «Крадей с погодев»? Как родился у вас этот сюжет? Я напомню, что книга была презентована в сентябре 2019 года. Книга писалась долго и задумывалась как сценарий для анимационного фильма. Она писалась еще с 2013 года, наверное. Но вот что-то постоянно от этой истории отваливалось. Она не держалась купы, как кажется. А после крымских событий и после осознания, после прошедшего какого-то времени, и это был уже, наверное, 2016 год, вот я понял, что эта история именно о Крыме. Потому что сам сюжет, он может быть, довольно избит и довольно прогнозируемый. Но вот когда дело коснулось именно Крыма, то история сложилась как пазл. Знаете, вообще любая история, над которой я работаю, она задумывается как анимационный фильм, потому что у нас есть анимационная студия, а книга — это уже скорее дань другому виду искусства и возможность, посмотрев мультик, сказать, а книга лучше. Ну, может сложиться на первый взгляд такое восприятие, что вот эти очень тяжелые темы войны, оккупации украинской земли. Это темы взрослых, да? Это не темы для детей. Скажите о том, почему детям нужно рассказывать о том, что происходит со страной, и в частности о том, что произошло с Крымом. Если мы не расскажем, то расскажет кто-то другой. И не факт, что это будет правда. А как детям нужно об этом рассказывать? Вы знаете, многие вещи, они, на удивление, делают правильные выводы и сами прекрасно разбираются. Если есть какой-то более сложный вопрос, конечно, нужно пояснять. В сказке, в книжке, в игровой форме, на самом деле, это же не хронология событий и это не о хронологии, это попытка вооружить детей стимулами для дальнейшей борьбы. Вот я определил, что в этой истории стимулом для дальнейшей борьбы должны стать
воспоминания, именно наша память, которая, которая, как я считаю, не повод для, для всхлипываний, для, как то кажуть, непозбувної бентеги, а оно должно стать оружием. В какой форме ты донесешь этот посыл? Ну, наверное, для детей она более эффективная в виде сказки. Ну и, конечно же, не могу не задать этот вопрос писателю, который написал книгу «Действие, которое разворачивается в Крыму». А какие у вас отношения с Крымом? Расскажите о своем Крыме. Как я говорил на презентации, в Крыму я очень любил целоваться. Я делал это и с первой своей женой, и со второй, используя все 34 лицевых мышцы, которые в этом участвуют. Я думаю, это самое полное описание того, насколько мне дорог Крым. В вашей книге он какой? Вот каким вы показываете Крым украинским маленьким читателям? Я показываю не территорию, я показываю ценность и то, ради чего стоит воевать, идти в пещеры, идти сражаться с любыми из монстров. Поэтому дело, наверное, не в пейзажах, а дело в том, что олицетворяют эти пейзажи и какое место в сердце они занимают, а не на картинках, открытках или иллюстрациях. Ну вот образ крадія спогадів, похитителя воспоминаний, ну, многие сразу же в нем узнали, да, если вот напрямую, да, о прямых аналогиях, в том числе и судя по заглавной иллюстрации книги, очень, очень похож на президента России Владимира Путина, этот похититель воспоминаний. Расскажите о том, кто это, вот с вашей точки зрения, как создателя этого образа, кто же это такой, похититель воспоминаний, и можно ли свести этот образ к действительно одному человеку? У зла много лиц, и можно смотреть не только на иллюстрации, можно придумывать и сверяться в реальности с разными лицами. Можно сверяться с фресками XIV века в Вероне, где тоже эти лица вполне узнаваемы. Поэтому для каждого этот образ, наверное, собирательный. В какой-то конкретный момент эти черты лица, наверное, довольно явные. Но вот я думаю, что иллюстратор, как тоже один из авторов произведения, вложил в том числе и свое представление о том, как выглядит зло. Как победить это зло? Как победить похитителя воспоминаний? Исключительно тем, что не пользоваться воспоминаниями как поводом для грусти. Они должны быть оружием. Они должны стать порохом в гильзах нашей армии, должны стать цветными грифелями для наших генералов в генштабе. То есть отказаться и не поддаваться искушению использовать воспоминания как всклипывание, исключительно как оружие, как стимул для борьбы. И тоже очень важный вопрос. Скажите, ну понятно, что в нынешней ситуации ограничены возможности, например, распространять вашу книгу на территории Крымского полуострова. Но как вы считаете, должна ли быть у детей в Крыму возможность читать книги украинских писателей? Возможность читать вашу книгу? Ну, наверное, ответ очевидный. Другое дело, что мне бесконечно, вот даже мне со своими взрослыми воспоминаниями о Крыме, я на самом деле не пережил такую трагедию, как пережили те, кто оттуда уехал или вынужден был покинуть, или остается там в таком несладком положении.
Поэтому мы делаем все для того, чтобы мы сделали электронную версию, мы делаем рассылку, мы какие-то несколько десятков экземпляров передали волонтерам для распространения именно в Крыму. Ну, насколько это реально, не знаю. Я думаю, что эта история будет скорее... Мы когда соберемся в Крыму все вместе, в нашем, и с детьми, и с теми, кто вернется туда, мы просто похохочем с этой историей, подумаем, ух, как было раньше, и начнем жить дальше. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Никитенко, украинский писатель. Мы продолжаем говорить об украинских книгах, книгах детских писателей для детей, действия которых этих книг разворачивается в Крыму. Это так или иначе посвящены Крыму. И далее мы продолжим наш разговор с украинским писателем Андреем Кокотюха. Я держу в руках его книгу «Таємниця підводного човна». Эта книга была выпущена в 2013 году, до событий 2014 года, но, в принципе, вот в этой книге, я ее перед эфиром успел прочитать наполовину, честно признаюсь, и в этой книге, помимо того, что очень четко узнаются некоторые образы из Крыма, да, вплоть до крымских современных легенд, вроде карадагского змея или боевых дельфинов, узнаются и даже некоторые персоны крымские, но и узнаются те тревоги, которые можно было ощутить в Крыму в 2013, в начале 2014 года. Андрей Кокотюха с нами на связи. Добрый день. Добрый день. Несколько слов о том, почему, вот как к вам пришла в голову идея сюжета для этой книги, как вы выстраивали этот сюжет и об основных образах, которые есть в этой книге. Например, да, ну тут очень четко угадывается, что с первых же страниц книги, да, вот та сила, которая противостоит главным героям этой книги, ну, например, да, люди, которые передвигаются на катерах, которые использует Черноморский флот России в Крыму. Да? Несколько слов вот об этом. Как родилась идея сюжета этой книги? Это третья часть трилогии, первой моей, ну, такой детской подростковой трилогии, приключенческой я бы это назвал. Это третья часть трилогии, которую объединяет поиски кладов. Три книги разные, но персонажи одни, персонажи постоянные, и они ищут клады. И вот просто по логике вещей, если в первой книге искали клад на земле, во второй под землей, то третья под водой. И под воду мы погружаемся только в море, ну, извините за такой буквализм. И как только море, сразу возникает Крым. Черное море почему-то не Одесса, там, а именно Крым. Тем более флот, тайна, темница подводного чина, тайна подводной лодки. Когда мы обсуждали с издателем Абаба Галамага и Иваном Малковичем, что там может быть, мы решили отойти от такой вот несколько приземленной истории, когда ищут клады или гетьманов, или разбойников. А здесь мы решили показать через поиски клада, через поиски затонувшей подводной лодки истории украинского Черноморского флота. И это именно издатель, пан Малкович, подсказал мне, где можно об этом почитать. И дальше уже оно, как говорится, само пошло. А там в книге есть поэма, не знаю, дочитали ли вы, до поэмы, ну, или поэма, обязательно или дочитаю, потому что я же вот, говорю, да, только да, в процессе. Или поэма, или баллада, написал ее специально для книги Сергей Жадан, и, собственно говоря, это не просто ключ к разгадке, ну, там в каждой книге есть такой или стишок, или загадка такая, или шарада, которую надо разгадать, чтобы найти клад. Это как такой квест. И в этой балладе есть подсказка, но помимо всего прочего, она достаточно много места занимает. Там пару страниц в книге она занимает. И это история о том, как Черноморский флот именно Украины 100 лет назад
противостоял попытке захватить этот флот русским большевикам. Собственно говоря, такая история украинского флота для детей. Именно украинского Черноморского флота, именно украинского Крыма. Но... Всех секретов я раскрывать не буду, что там именно за клад, почему за ним охотятся русские катера. И я хочу сказать, что книга вышла в сентябре 2013 года, ну где-то за полгода до событий в Крыму. И, может быть, действительно она в чем-то их и подсказала, угадала. Действительно были такие настроения. Они у людей, которые следят за событиями, которые неравнодушны, которым не все равно, следят за событиями, следят за информацией и такие. А плюс еще я журналист, эти настроения, вы совершенно правильно заметили, они там присутствуют. Я дальше процитирую фрагмент вашей книги, вот один из тех фрагментов, где узнаются даже конкретные люди. Вот вы скажете, так это ли действительно или нет, вот как раз где объясняется, почему главные герои этой книги, которые приехали с украинского материка в Крым, да, почему они там оказались. Вот объяснение, что у одного из детей, вот папа решил поехать в Крым по своим делам, да, рабочим. И вот такой фрагмент. «Знайшовся тими днями в Ланового старшого партнер, котрий вирішив створити в Криму парк живої природи. Не зоопарк, де звірів тримали у клітках в неволі, а великий природний заповідник. Крим, на думку того чоловіка, для втілення подібної ідеї підходить ідеально». І ми знаємо, що в 2013 году дуже популярен був в Криму сафарі-парк «Тайган». А його судьбі ми говорим в наших эфирах сейчас постоянно. Правильно ли мы угадали? Об Олеге Зубкове речь? Угадали правильно, потому что я смотрел, я не совсем обычный писатель, я уже сказал, что я журналист, и мне очень важно, чтобы в сюжете выдуманном угадывались реалии. Я всегда смотрю актуальные события, которые происходят в этот период, и как-то их прямо ли или не прямо ли, но интегрирую в свои сюжеты. И еще один фрагмент, вот он здесь рядышком же есть, я его тоже прочитаю. «Цього літа Лановий старший вирішив зайнятися Кримом. Дотепер півострів його не цікавив. По-перше, тут без нього вистачало заробітчан, що організовують різні екскурсії. По-друге, репутація кримського узбережжя була не найкраща. Сервіс поганий, ціни високі, настрої населення песимістичні, місцеві мешканці жадібні та злі. Обстановку в цілому несприятлива. Ліпше вже показувати людям старовинні замки і водити їх горами. Та недавно все для Данилового тата змінилося з точністю до навпаки. Чому треба миритися з тим, що про Крим кажуть тільки погане? Чому ця частина країни не може мати українських перспектив?» Так прямо і запитав Лановий старший, старший просто в прямому телевізійному ефірі на всю Україну. Довго питання не гуляло, відповідь не забарилася. Вот хотелось бы спросить, есть ли у этого образа какой-то реальный прототип, и насколько важным вот в момент написания вашей книги был вопрос вот взаимной интеграции, да, Крыма с остальной частью Украины, и насколько серьезным стоял вопрос вот воспринятия крымчан стереотипного, да, и восприятия жителей материковой части Украины тоже стереотипного в Крыму. В любом случае, когда есть такие фразы, есть такие месседжи, независимо от того, кто их произносит, какой персонаж, обычно это я уже такой авторский, если я позволяю, монолог, и это касается, между прочим, не только Крыма. Я с этим сталкиваюсь и сейчас, когда пишу. Вот был у меня случай со следующей серией ретро-романов детской. Она называется «Гимназист». Эта серия не стала ретро, не стала исторической, только по одной простой причине. Я хотел перенести действие в Киев начала 20 века. Гимназисты киевские все реалии 100 лет назад, но мне сказали, что если мы читаем об этом на украинском языке, то Украины мы в дореволюционном Киеве не видим. А почему? Почему мы видим Украину только в дореволюционной западной Украине, а по всей остальной Украине мы этой Украины не видим? А да, часть Украины была под влиянием Российской империи, да, еще часть Украины была дольше под влиянием Советского Союза, чем Запад.
Украины. Да, Крым одно время был тоже под сильным советским влиянием. Но это не значит, что... Давайте, прежде всего, Крым – это коренное население Крыма – крымские татары. Почему-то мы очень мало говорим о том, украинский он или российский. Крым – это территория Украины, которая незаконно аннексирована Российской Федерацией. Но надо также помнить, что из Крыма крымские татары, коренное население, были депортированы, причем по каким-то ложным, надуманным обвинениям тоже незаконно. И все крымские татары, все коренное население было вычищено советской властью. То есть я бы прежде всего говорил о Крыме как территории самобытной, прежде всего, крымско-татарской культурой, которая имеет большие связи с украинской культурой и с Украиной как таковой, хоть гетьманской Украиной, хоть Украиной современной. Я всегда это рассматриваю так. Я не говорю о каких-то интеграциях. На самом деле Украина, она везде, ну вот такая пафосная может быть фраза, и эти все стереотипы, они порождаются искусственно, и порождались они именно изнутри. Изнутри любого региона, из людьми, изнутри любой территории. Какая страна контролирует территорию, те стереотипы и насаждают. И давайте не забывать о том, что Россия еще с петровских времен, уже больше 300 лет, сеет вражду на тех территориях, которые она пытается контролировать. Ну вот сейчас ситуация такова, что Россия контролирует определенную часть украинских территорий, и время довольно-таки сложное. Вот такой к вам вопрос. Герои ваших книг, поедут ли они еще в Крым? О чем вот сейчас можно рассказывать детям, да, на страницах ваших произведений? Как рассказывать о том, что сейчас происходит в Крыму? О том, что сейчас происходит в Крыму, нужно рассказывать то, что там происходит, таким обычным сухим публицистическим языком. Эта территория захвачена, эта территория оккупирована Российской Федерацией. В Крыму нарушаются права, прежде всего, коренного населения крымских татар. Но эта территория обязательно будет освобождена. И на этой территории вполне могут развиваться события украинских книг, детских, взрослых, которые будут там происходить после освобождения, потому что как только Крым будет освобожден, там начнутся интересные события, начнется реинтеграция, начнется, как драматург скажу, начнется очень много драматургии по этому поводу. Но это все переживется, это все отрефлексируется только в том случае, когда Россия оттуда уберется. Что сейчас происходит в Крыму? Мне кажется, что об этом должны писать сами крымчане, которые там живут. Я не уверен, что крымские детские писатели, которые там есть, под контролем российских автоматов напишут правду о том, что происходит в Крыму. Но есть еще один вариант рассказывать в детских подростковых книгах историю отношений Украины и Крыма, начиная еще с времен Крымского хана, с времен, когда запорожцы и крымчане воевали вместе, были по одну сторону фронта. Об этом тоже много рассказывать. В конце концов, можно возвращаться в те времена, вот как я вернулся в оккупационные времена, а может быть еще дальше, в 20-е годы, когда там было вообще интересно, когда действительно там можно было встретить реально аутентичные крымско-татарские истории, которые вполне себе имеют право быть рассказанными украинским детям-подросткам.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был украинский писатель Андрей Кокатюха. Говорим мы сегодня о современной украинской литературе, детской литературе, в котором детские писатели рассказывают о том, что же происходит в Крыму, да, путем вот развития сюжета своих книг на территории Крымского полуострова. Говорили мы с Андреем Кокатюхой. Его книга «Таємниця підводного човна», она была издана в 2013 году, но во многом вот настроение этой книги, конечно же, предвосхищали, да, предвидели каким-то образом то, что будет происходить уже совсем скоро, да, в 2014 году, весной. Хочу сказать, что сегодня в нашем эфире мы затронем только малую часть тех книг, которые были выпущены в последние годы детской литературы про Крым. Можно, вот у меня в руках просто в студии, да, еще три книги есть. Это Андрій Бачинський, детективы в Артеку або команда Скарбу Шукачів, детективы з Артеку, таємниці кам'яних могил, це теж Андрій Бачинський, і зірка Мензатюк, дике літо в Криму. А это только малая часть тех книг, которая вышла. Я также скажу, что выходят и комиксы, в которых раскрывается тема Крымского полуострова, того, что с ним происходило ранее, и того, что происходит с ним сейчас. Энциклопедии выпускаются, в частности, издание «Зелений пес» выпустило такую энциклопедию о Крымском полуострове. И далее мы поговорим с Еленой Міщенко, кандидатом филологических наук, автором действующих учебников по украинской литературе 7 по 11 класс. Елена, я вас приветствую. Доброго дня. Доброго дня. Ми будемо говорити українською. Ну, давайте українською. Ми все ж таки про українську літературу сьогодні говоримо, про українське слово. З такого питання почнемо. Чи потрібні ці твори, про які ми зараз говоримо, у шкільних програмах? Чи потрібно це дітям вчити? Мушу вам сказати, що питання шкільних програм – це питання найболючіше. З приводу цього точаться постійні дискусії. І це на часі ваше запитання і ваша програма саме в такому аспекті. Оскільки ми повинні справді нашим дітям пояснювати, що таке Крим, чий Крим, де цей Крим, тому що от діти, які ростуть зараз, уже от підростають в період окупації Криму, і які там ніколи не були, вони взагалі не уявляють собі, що це таке. І програма наша надто неповоротка і повільна, а ці твори треба вивчати. І я вважаю, є, наприклад, прекрасний твір Кокотюхи «Таємниця підводного човна». Це було б надзвичайно цікаво дітям. І у нас є проблема ще одна, що діти не читають. Їм треба давати щось цікаве, щось захоплююче, їх треба привчати до читання. І це може бути, от саме ця література, яка розкриває тему Криму, вона виконувала би декілька функцій одночасно. Ми, чесно кажучи, сміємося із нашої північної сусідньої держави, що вони так агресивно нав'язують, пропагують оцю ідею російсько-руського міра, одягають там дітей в ті костюмчики, в пілотки, в костюми часів Другої світової війни. Ми після комуністичного періоду нашої історії презирливо трошки ставимося до слова пропаганда і до слова агітація. В цьому нічого поганого немає. Пропагувати і активно пропагувати національну ідею, активно пропагувати і активно розкривати, і агітувати дітей вчити історію своєї країни, історію народів, які живуть поряд, зокрема кримсько-татарського народу, з яким українці живуть поряд сотні років. Це дуже важливо насправді. І програма з української літератури повинна обов'язково включати ці твори. Ми маємо колосальний апарат школу, який може виховувати, навчати, пропагувати. Ми його майже не використовуємо, тому що наша програма шкільна дотепер ще рудиментарно фактично є продовженням радянських навчальних програм.
А чи багато існує творів, які можна було включити у шкільну програму, у тому розрізі, в якому ми говоримо? Дуже багато викликів зараз існує перед Україною, і це і Крим, це і те, що відбувається війна, да, на сході України, і досі відбувається таке осмислення так подій Революції Гідності. А наскільки актуальна сучасна дитяча література, як вона відповідає на сучасні реалії та на сучасні виклики? Я вважаю, що ми трошки звужуємо оце поняття дитячої літератури, оскільки, наприклад, є роман Лаюка «Баборня», в якому піднято надзвичайно актуальні проблеми сьогодення і проблеми тієї школи в тому числі. Це твір для дітей чи не для дітей? А він би прекрасно був вписаний в шкільну програму. Мені здається, що зараз взагалі варто би говорити про те, що відповідаючи от на виклики доби, школа повинна була би, можливо, розглянути і такий варіант вивчати окремо українську класичну літературу і літературу сучасну, щоб діти жили в сучасному літературному процесі. Вони повинні в старших класах, як на мене, обов'язково знайомитися із вірцями і комбатантської прози, зараз її активно вивчають, і з такими творами, як, наприклад, «Товари горіха зерня доця». Це теж в старшому класі прекрасний твір для читання, для осмислення того, що відбувається на Сході. Тому що ми часто думаємо, що діти якось самі здогадаються про те, що відбувається. Ну, вони живуть поряд з нами, так? Вони дивляться нібито телевізор, хоч діти мало цікавляться, чесно кажучи, новинами. Вони не сидять так, і там не дивляться ніякі ток-шоу, не дивляться ніякі новини. Вони вже сприймають інформацію з гаджетів, що вони в гаджетах роблять, ми з вами теж дуже добре знаємо. Але якщо ми говоримо про те, що у нас найбільший актив нашого впливу на дітей – це школа і шкільна програма, то ми мусимо це включати в шкільну програму обов'язково. А наскільки важливо зараз пояснювати дітям, що відбувається з Кримом і Сходом України, і якою саме мовою це треба, на вашу думку, пояснювати? Чи достатньо от таких творів, про які ми сьогодні говоримо, да, ви згадували і книжку Андрія Кокотюхи «Таємниця підводного човна». Ось якою мовою треба говорити, і чи тільки в книжках про це треба говорити? Якою мовою? Що ви маєте на увазі, якою мовою? Наскільки вона має бути проста? Або, може, це через якісь метафори подавати те, що відбувається? Ось в такому ви сенсі. Ви знаєте, зазвичай з дітьми треба просто розмовляти чесно. Тому що це єдина, напевно, така вікова група, яку не можна обдурити. Діти дуже добре відчувають правду і брехню. Тому з ними просто треба говорити чесно, з ними треба говорити відкрито, треба називати речі своїми іменами. Тому що зазвичай метафоричне мовлення має не кожна дитина і не кожна людина, але кожен з них відчуває правду і кожен з них відчуває брехню. Їм просто треба говорити правду. Ми нарешті повинні їх відірвати від оцих традицій вивчення історії радянських, від традицій радянських вивчення літератури, і нарешті їх занурити, і, зокрема, в той же сучасний літературний процес. Тому що у нас в школі відбувається кричуща ситуація з тим, що вони нібито вивчають українську літературу, але в них немає часу і можливості жити тут і зараз, жити в сучасному літературному процесі. Немає творів, от таких, які, про які сьогодні мовиться у вашій програмі. Я скажу, що навіть у цей єдиний роман для підлітків Кокотюхи про Крим «Таємниця підводного човна». Чому його не вчити в школі? Це ж діти ж читають те, що їх захоплює, те, що їм подобається. І цей твір може виконати декілька функцій одночасно, тому що там же в сюжеті йдеться про те, що за підводним човном полює і російський есмінець, але перемагають ці українські діти, які шукають, українські підлітки, які шукають цю реліквію. І тут декілька вихованих моментів спрацьовує одразу. Я думаю, так.
Про виховні моменти ще хотілося б трохи поговорити. Ну, можна побачити, що російські, наприклад, письменники, вони часу не гають. З'являється і російська література про Крим, в тому числі і дитяча. Ви самі казали про те, що мілітаризація шалена зараз в Криму відбувається, в тому числі і дитинство. І тут дуже важливе питання у цій ситуації постає. Як зробити так, щоб книжки українських письменників читали діти в Криму? Чи є якісь варіанти, чи є якісь можливості доставити українське слово до кримських дітей? Ну, я гадаю, що тут якраз можуть стати в пригоді ті самі гаджети, оскільки ми можемо розповсюджувати це у вигляді електронних книг. І вони можуть це читати так. Тому що я думаю, що паперові носії доставляти в Крим, ну, це мало реально в тих обсягах, щоб їх справді читати діти. Оскільки ми зараз говоримо, умовно кажучи, про те, що має бути масовий читач, так? Ми ж говоримо не про окрему дитину, ми говоримо про дитячу масову літературу, про дітей як масового читача. І, напевно, треба розвивати оцей ринок електронних книжок і якимось чином думати про те, щоб і екранізувати це. У нас є можливості, у нас є українське кіно. За останні роки ми можемо говорити про те, що у нас є українське кіно. З вами знаємо, і ми все бачили, ми бачили кіборгів, ми бачили Черкаси, ми багато що бачили протягом останніх років. І я вважаю, що треба говорити і про екранізацію цих творів. Наприклад, твори Кокотюха екранізуються. Чому не екранізувати цей твір, наприклад, ту ж таємницю кислотного човна, не зняти фільм для дітей? Нас купа талановитих людей, які можуть це зробити. І через посередництво кіно ми можемо принести цей твір в Крим, тому що ну не можна поставити перепон для фільмів, які діти знаходять, якщо вони їм цікаві будь-якими способами, будь-якими засобами. Ну і звісно, що ну електронні книги, інакше навряд чи в нас щось вийде. Можливо, аудіокниги. Це теж варіант. Далі ми в нашому ефірі будемо говорити про дитячу кримсько-татарську літературу, і тому розмову з вами ми завершимо от таким питанням. На вашу думку, чи потрібно зараз вносити дошкільної програми на материковій частині України кримсько-татарські дитячі твори, да, літературні, адаптовані, переведені українською мовою? Чи потрібно зараз якісь зусилля спрямувати на те, щоб взаємоінтегрувати? Обов'язково потрібно, оскільки ми з вами чудово розуміємо, що Україна мультинаціональна держава, і ми повинні добре знати, хто живе поряд з нами, хто є нашими однодумцями, з ким разом ми створюємо і будуємо нашу нову Україну. Обов'язково потрібно. Потім будь-яка мультикультурність – це завжди плюс, а не мінус. В будь-якому варіанті. Дякую вам за бесіду. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Олена Міщенко, кандидат філологічних наук, автор діючих підручників з української літератури з 7 по 11 клас. Ми продовжуємо ефір радіо «Крим Реалії». Сергій Макрушин у мікрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Во время прямих ефіров можна дозвонитися к нам в студію, виразити свою точку зрения. Вас гарантовано услышать в Криму. Напомню, що говоримо ми сьогодні о современной украинской детской литературе, которая посвящена Крыму, действия сюжета, которых развивается в Крыму. Поговорили мы уже с рядом украинских детских писателей, которые пишут книги для детей. Поговорили мы с кандидатом филологических наук, автором действующих учебников по украинской литературе Еленой Мищенко о том, какое место находит вот современная детская литература, которая пишет и про Крым, да, в образовательных программах. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная.
утром и вечером. Мы вместе с вами. Мы продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы сегодня обсуждаем детские книги, книги писателей украинских для детей о Крыме, действия которых разворачивается в Крыму. И сегодня у нас вот в студии находятся 4 таких книги. Я напомню, что это далеко не исчерпывающий перечень той литературы, которая в последние годы выходила на материковой части Украины, которая сейчас находится на полках книжных магазинов. Я еще раз напомню, что вот, да, такие книги у нас здесь в студии, как «Детективы в Артейке» Андрея Бачинского, «Таємниця підводного човна» Андрея Кокотюхи и «Дике літо в Криму» Зірки Мендзатюк. Ну вот далее в нашем эфире я зачитаю аннотацию такую к книге «Дике літо в Криму». Итак, «Дике літо в Криму» — це гостросюжетна повість про літні канікули на Кримському узбережжі, про дружбу київської школярки Наталочки з татарськими ровесниками. Оселившись у наметі на дикому березі моря, допитлива п'ятикласниця зіткнеться з несподіваними небезпеками і загадками, втраплятиме у моторошні пастки. Та найбільшою таємницею стане коштовний срібний пояс, схований 1944 року, коли татарів насильно вивозили з рідного Криму. Однак Наталочка та її нові друзі ще не знають, що цю реліквію розшукують не тільки вони. Це анотація к книге «Дике літо в Криму». І, як ми вже говорили, в сучасній літературі українській о Криму дуже часто піднімаються актуальні питання, як і прошлого Крымского полуострова, так и его настоящей жизни. Очень много затрагивается вот таких моментов, которые касаются взаимоотношений жителей материковой части Украины с гражданами Украины, которые живут в Крыму, как выстраиваются эти отношения. Очень много в этих книгах этому посвящено. В наших следующих эфирах мы также будем говорить и о детской крымско-татарской литературе. Очень важная тема ожидает нас далее в наших дальнейших эфирах. Не пропустите. Обязательно мы будем анонсировать эти эфиры в эфире радио Крым Реалии на сайте Крым Реалии. Если вы до сих пор не подписались на наш YouTube-канал, обязательно найдите канал Крым Реалии на YouTube, подпишитесь, вы не пропустите наших следующих программ. Итак, читайте, будьте здоровы и будьте информированы. Это радио Крым Реалии, этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всем пока.